Привет! Наконец-то сегодня 23 октября. Долгожданный день настал. Ну что ж, дорогие друзья, поздравьте меня. Я получила визу. Йиху! Вот такую вкусняшку мы сегодня купили. Пицца, суши, роллы. Классненькая такая мягкая. Что, попробуем? Ням-ням-ням-ням. Попробуем пиццу. Ну-ка. Давай, солнышко, попробуй. Ну-ка, Эльфинушка, попробуй. Вкусненько. Посмотрим, что доча скажет. Ну как, малыш? Облака, белокрылые лошадки. Какую тебе песенку поставить? Какую? Какой? Ина, как у тебя много подружек и друзей? Малышка у нас сладкоежка, пироженки любит. Да, золотая? Всем привет! Наконец-то сегодня 23 октября. Долгожданный день настал. Сегодня должна выйти моя виза. Едем в посольство, генеральное консульство в Алма-Ате. Едем получать визу. Очень переживала, все это время ждала, вся семья переживала. Вот. Надеюсь, что получу визу. Всем привет! Это моя дочь. Едем получать визу. Куда едем? В Алма-Ату едем, да? В Алма-Ату едем? Да. Что ж, дорогие друзья, поздравьте меня, я получила визу! Йиху! Вот она моя виза, рабочая виза, вот так вот она выглядит, видно? Рабочая виза, H2 сроком на 3 года. Так, что тут у нас? Да, сроком до 2022 года, 18 октября, до октября 2022 года, в общем, получается. Что ж, полдела сделано, теперь будем подавать документы на мою семью, на детей и на мужа, то есть на F1, на семейную визу. Я очень рада, так переживала. Мы всей семьей переживали, долго ждали этого дня. Буквально считали дни, можно сказать. И вот этот день настал. Все равно была доля маленькая сомнений. Думаешь, а вдруг из 100% тот 1% будет отрицательно, а вдруг. Так что все, всякое бывает. Ну, в данном случае мне повезло. Будем действовать дальше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, следите за новостями, как это все будет происходить. Подготовка нашей семьи в поездку с нуля. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот такую вкусняшку мы сегодня купили. Пицца, суши, роллы. Это запеченные, да, роллы, Русь? Это запеченные роллы. Руся себе заказал. А мы с Ильясом себе вот такие вот заказали. Кунсей, темпура. Дочи фришку. Кучу кетчупа нам дали. Наггетсы. И фри. Эльфина кушает, да, малыш? Вкусно? Эльфина, вкусно? Угу, говорит доча. Вкусно, малыш? Да, малыш, кушай, солнышко. Кушай, моя хорошая. Борчики, они мягкие такие. Потрогай. Да? Ну-ка, посмотрим. Да, пицца классненькая, такая мягкая. Что, попробуем? Я
Ням-ням-ням-ням. Попробуем пиццу. Ну-ка. Давай, солнышко, попробуй. Ну-ка, Эльфинушка, попробуй. Вкусненько. Посмотрим, что доча скажет. Ну как, малыш? Вкусненько? Да? Будешь такое кушать? Кушай. Мы такое берем очень редко, так как, конечно, в нем полезного особо ничего нету, но вкусно. Иногда можно себя побаловать. Да, малыш? Всем приятного аппетита. Ну что ж, будем кушать. Так мы поем песенки. Ну-ка споем песенку про маму давай. Про маму споешь, доча? Давай, спой про маму. Облака белокрылые лошадки. Облака висят обаяли. Вот так. Малыш, возьми микрофон, спой. Вот так, возьми микрофон, спой. Держи. Мама, нет. Да, нет. Облака, облака. Белокрылые лошадки. Облака, что вы мчитесь? Вот он я. Вот он я. Всем привет! Пойдем, Эльфина, пальчик, Эльфина, пальчик, где ты? Доча, пой? Дай ответ. Вот он я. Да. Мама, пальчик. Вот он я. Всем привет, малыш. Эльфина пальчик, Эльфина пальчик, где ты? Дай ответ. Вот он я, вот он я. Всем привет. Теперь Эльфина, давай. Эльфина пальчик. Вот он я, вот он я. Всем привет. Теперь Эльфина. Эльфина пальчик, Эльфина пальчик, где ты? Дай ответ. Вот он я, вот он я. Всем привет. Это тебе. А теперь Эльфина поет. Давай. Папа пальчик. Папа пальчик, где ты? Дай ответ. Это. Да, теперь дай. Ага. А это. Ага. Пять. Вот это. Мои кукуци. Кукуци? Акуленок, давай. Какую тебе песенку поставить? Какую? Любую. Какую? Любую. Любую? Я хочу любую. Хорошо. Эльфина, как у тебя много подружек и друзей, Мишки, кукла Лол, да? Как зовут Мишку твою? Как Мишка. Правильно, а подружку как зовут? Да, а вон ту куколку Лол как зовут? Как зовут? Мальчики. Мальчики? А куклу как зовут Лол? Как зовут куклу? Мальчики. Да? А мячик какая-нибудь? Мячик. А где мячик? Вот он. Вот он. Ух ты, ты будешь с мячиком играться? Ух ты! Играй здесь с Мишкой, с мячиком. Ух ты, какая тень! Смотри, мамина тень. Вот у мамы иду такая большая. А вот она, Эльфина, доченька маленькая рядом, да? Малышка у нас сладкоежка. Пироженки любит. Да, золотая моя? Заварное. Со сливочным кремом.
второе с йогуртовым кремом, а это у нас восточная сказка, пирожное, сверху орешки и вот такие вот коржи слоеные. Вкусненько, малыш? Доча, вкусненько? Там с творожной, ой, то есть йогуртовая начинка пирожное. Вкусненько, малыш? Тебе вкусненько? Давай, мама, дам попробовать. Давай, солнышко. Вот эту попробуем, да? Так. Давай, попробуем. Давай. Ну как? Вкусненько? Вкусненько? И Лясику позовем чай пить? Лясику позовем чай пить? Бабу. Лясик, скажи, пойдем чай пить. Лясик, пойдем, Лясик. Пирожное кушать. Да, пирожное кусать и чай пить, да? И чай пить, скажи, пойдем. Яичко есть. А Руси оставим пироженка? Руси в школе? Да? Руси, какое оставим пироженка? Руси, какое оставим? Ну-ка, все попробуем, какое самое вкусное. Мама, какое? Вот это? У них пирожное на боях. Вот это попробуем теперь? Мороженое. Мороженое, да, оно похоже на мороженое, но это не мороженое, дочь, это пирожное, заварное называется. Ну-ка, это попробуем. Ну как? Ну-ка, мама попробует тоже кусочек. Ну как? Вкусно! Вкусно, малыш, да? Мама, есть! Есть! Вкусно! Есть! Есть! Ну-ка, попробуем это заварное. Ну-ка. Ну как, малыш? Бабе. Бабе? Что будешь делать-то? Что будешь делать у баби? Аккуратно, малыш, иди сюда. Сюда идем, доча. Давай по дорожке пойдем. Эльфина, по дорожке пойдем. Сюда иди к маме. Эльфина топает к бабе. Бабушка живет на соседней улице, да, доча? Рядышком живет. Рядом-рядом живет. Вот и наша Эльфинушка к бабушке в гости идет. Без пирожков, да, доча? В следующий раз с пирожками пойдем. И снова мой сынок вот пришел со школы. Хочу его напугать. Привет! А что ты в маске? Почему в маске? Вы не обращайте внимания, носки он просто снял при входе сразу. А что ты в маске? А? Красавчик такой прямо. Дипломат прямо такой. Ой. Спасибо. Так мило. А маме дашь одну? Ой, спасибо. Солнышко, спасибо, малыш. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Инесса Ким. Надеюсь, видео было для вас интересным. Всем пока-пока.